Всем привет! Сегодня у нас распаковка. Вот такая вот большая посылка, увесистая, около 8 килограмм. Значит, немножко пришла помятая, но я надеюсь, что там ничего не повредилось. Значит, по виду так посмотрел, вроде бы как бы никто в нее не лазил. Но таможня, не знаю, дает добро или нет, не знаю. И тут у нас кирпичи. Шучу. Значит, распечатаем. По крайней мере, я надеюсь, что тут не кирпичи. Я надеюсь на это. Очень надеюсь. А то посылка довольно-таки дорогая. Но это смотря, значит, с какой стороны посмотреть, дорогая она или нет. Значит, если бы... А, ладно, я, значит, открою секрет. Здесь комплект видеонаблюдения на 8 камер. IP. 4 камеры по 5 мегапикселей и 4 камеры по 4 мегапикселя. Значит, если бы в России куплено было это оборудование, сами посчитайте, если одна камера стоит около 15 тысяч рублей. Вот эта посылочка обошлась 31 тысячу. Значит, если бы это в России было куплено, по предварительным подсчетам, это бы стоило, ну никак не меньше 100 тысяч рублей, а то и больше, может даже 120. Значит, смотрим. Тут, наверное, у меня весь стол будет завален вот такими вот вещами. Камера. Еще камера. Вот честно, самому интересно. Вот некоторые люди боятся заказывать на Алиэкспресс. Но я вас уверяю, что на Алиэкспресс очень... мощная служба защиты. Вот как я и говорил, 8 камер. Сейчас мы их распечатаем, доберемся до них. Кабели подключения. Сразу видно, что это не аналог, что это IP. По 25 метров. Тоже должно быть 8. Где не хватит, можно использовать удлинитель. 8. Кирпичей, к сожалению, нету, извините, ребят. Ну и сам рекордер. Вот этот чего, я, конечно, не знаю откуда. Запаковать не смогли, кинули туда. Может быть, на таможне, я не знаю, проверяли, наркотики тут или нет. И вообще, имеют ли они право вскрывать каждую посылку или рентгеном просвечивают, тоже как бы не знаю. Тут, значит, сам рекордер. Рекордер запечатан. Пупырчатые такие штуки длинные. Вот. Даже пощелкать нечего. Ну, китайцы, вы, блин, что? Всю радость обломали. Ну, какая коробочка. H264 этот декодер. Тут, я так думаю, блок питания с пультом. Ну да. Шнур питания. Мышечка. Кстати, у них на Алиэкспресс нет в описании, что они мышку предлагают еще в комплекте. И пульта вроде бы как тоже не было на рисунке. Ну и сам блок питания. Адаптер 48 вольт, 3 ампера. Открываем рекордер. Что-то там. А, мусор. Так, значит, рекордер я заказывал без жесткого диска. Потому что цены надо всегда смотреть. Значит, жесткий диск на AliExpress стоит дороже, чем в России. Не знаю, почему это связано. Может быть, потому что они не производят эти жесткие диски. Ну и вот, 8 камер подключается сюда, сюда монитор, или вот это монитор, мышка, клавиатура, возможно, и сюда сеть интернет. И вот сюда питание. В принципе, подключение вообще ничего сложного нет. Надо будет потом открыть и поставить внутрь жесткий диск. Не знаю, что это заклеено, возможно, тут какая-то индикация будет.
пока не знаю. Значит, устанавливаться это будет на объект. В частный дом такое не надо. Ну, если вы, конечно, какой-то олигарх, тогда вам надо. Мне не надо. Ну и сами камеры. Камеры, кстати, металлические. Похоже на сплав алюминия. Почему я заказал вот с такими светодиодными подсветками? Потому что они немножко получше бьют вдаль, чем если у вас было маленьких и по кругу очень-очень много. Там один ряд или два ряда. Я заказал именно вот с такими, потому что они вроде как помощнее. Вот такая камерка. В принципе, тут все камерки такого типа. Только не знаю почему, но 6 мм. Это значит линза объектива 6 мм. Я так специально заказывал, чтобы некоторые камеры поближе приближали. Вот тут ничего нету. Вот 400W, W, это вообще-то обычно обозначается такими буквами 400 Вт. Какие тут 400 Вт? Это же не обогреватель в конце концов. Не знаю почему. Так, кстати, линзы, они... Где это все куплено, я оставлю ссылку в описании. Линзы делают под заказ. Значит, есть 3,2 мм стандартные, есть 6 мм и есть 9 мм. Значит, ставите 6 мм это средней дальности, 9 мм камера у вас будет приближать. А 3,2 мм это стандартная, значит, угол обзора широкий, но на дальности вы ничего не рассмотрите. Значит, 4 камеры было заказано на 6-мм линзу. Посмотрим. Тоже 400 ватт, маркировки нет, сколько тут линза. В принципе, сделано все качественно, ничего не гремит. Подключать я его на этом видео не буду, буду подключать как-нибудь в следующих видео. Значит, я уже еще раз говорю, что вот такая вот камерка на 4 мегапикселя, айпишная, стоит порядка 12-16 тысяч рублей. Но это опять же зависит от конфигурации. Если тут какая тут подсветка, вот такие вот мощные светодиоды стоят, или же там мелкие, это на размер, на сам дизайн. Похоже, что на все влияет. Ну почему такие цены? Значит, вот эти камеры на Али можно купить порядка от 2 до 3 тысяч рублей. Вот такая вот довольно-таки дорогая посылочка. Это, наверное, самая дорогая посылка, которую я заказывал на Алиэкспресс. Но если вдруг вам туда положат кирпич, то вы службу защиту пишите и вставляете видео, что вы распаковываете. Я вот на данный момент распаковываю это видеонаблюдение с двойной целью. Значит, для чего? Для того, чтобы мне тут в коробочке кирпичи не наложили, или вообще в общую посылку кирпичи не наложили. Я вот сейчас открыл. Да, товар, все, как я заказывал, все так оно и есть. Но надо будет еще подкрутить, протестировать, поставить сюда жесткий диск. И тогда уже у меня, если все будет работать, тогда у меня уже, естественно, все вопросы к продавцу отпадут. И также вторая цель, для чего я снимаю это видео. Ребят, чтобы вам показать. Ну, в принципе, наверное, все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Описание внизу, где куплено. Продавец не обманщик. И не бойтесь заказывать на Алиэкспресс. Я очень много заказываю на Алиэкспресс. И вот порядка 20 вещей я заказывал, и ни разу мне туда какую-то гадость не подложили. Все четко. Все, всем пока.